Итак, продолжающийся эксперимент с фонариком. Вот этот вот фонарик. Вот на фоне фонарика для подсветки сада. Вот так вот он светит. Светит он с начала года, с конца прошлого года. В итоге получается январь, февраль, март, апрель. 4 месяца. Вот такая яркость. Кстати, возможно, наблюдается увеличение яркости. Немного. Хорошая тенденция. Ну, уже, например, вот свет отраженный от него. Значит, ну что сказать, эксперимент продолжается. Фонарик светит. Проверяем на вечность. Вот такой фонарик. Ну, в темноте. Так он горит, светит. Не выключаясь. 4 месяца.